Всем привет! И сегодня на канале «В стране чудес» я вам расскажу про очередной кошмар, который грядет на AliExpress. Это очередная распродажа, посвященная очередному дню рождения AliExpress. Бывалые покупатели прекрасно знают, почему я говорю о кошмаре. Дело в том, что, к величайшему сожалению, обработка заказов увеличивается, время доставки товаров увеличивается. К сожалению, так каждую распродажу. Но таких вещей можно немножечко избежать. Я вам расскажу, как это сделать можно до распродажи, купив некоторые товары, до того, как начнется этот кошмар. Но все-таки давайте обо всем по порядку. Все прекрасно знают, особенно, опять же, бывалые покупатели, что в распродажу действительно можно очень сильно сэкономить. Сэкономить можно в первую очередь на достаточно дорогостоящих товарах, которые стоят, скажем так, от 1000 рублей и выше. Вот на таких товарах можно очень хорошо сэкономить. Экономить на копеечных товарах в распродажу практически нет никакого смысла. Поэтому пересматривайте свои желания, свои корзиночки, что вы конкретно хотели бы купить в распродажу. Либо до нее, чтобы эти товары уже поехали к вам уже вот на будущей неделе. Просто для примера хочу вам привести такие вещи. Допустим, сегодня в группу добавила вот такой вот бисер, да? Обратите внимание, сколько он стоит сейчас и сколько он будет стоить в распродажу, даже на несколько копеек дороже. То есть, как вы понимаете, на такой мелочевке не всегда можно сэкономить. А сэкономить можно благодаря купонам. Купонов есть три вида. Есть купоны, которые дают продавцы. Есть спецкупон от AliExpress, который действует в разных магазинах, но только при определенной покупке. То есть есть магазины, в которых есть спецкупон, и есть магазины, в которых этого спецкупона нет. И есть самый сказочный купон от AliExpress. Купоны, их много, которые действуют на все магазины, но, опять же, при определенной сумме покупки. То есть не то, что вы там что-то захотели купить, и он должен сработать, а именно при условии, что вы делаете заказ на определенную сумму, тогда только срабатывают купончики. Сейчас вот на магазине Лютеми приведу вам пример. Серьги эти только недавно были в обзоре, поэтому я даже не вижу смысла на них оставлять ссылочку. Хотя, если кому-то надо будет, я оставлю. Просто для примера. Вот смотрите, есть спецкупон. Вот так он выглядит. Спецкупон на 2 доллара. Работает он при покупке от 987 рублей 0,4 копейки. То есть, понятно, если вы вот на такую сумму именно в этом магазине не купили, этот спецкупон у вас не сработает. Есть купоны от самого продавца. То есть, допустим, вот от этой суммы действует купон на 1 доллар. То есть, чтобы он сработал, нужно набрать вот на такую сумму в магазине товаров. И есть спецкупоны от AliExpress. Вообще, как они работают. То есть, вот смотрите, есть за монетки можно поменять в мобильном приложении. Вот этот вот купон можно купить за 200 монет. Действует он на любые магазины на AliExpress, но при покупке от 10 долларов. То есть на 10 долларов вы покупаете, тогда только срабатывает этот купон. Купонов очень-очень много. Смотрите внимательно, что на что вы меняете и как работают эти купоны. И опять же смотрите, в какие дни и до каких дней работают эти купоны. Дело в том, что сейчас можно очень сильно сэкономить, купив какие-то товары до распродажи. Открою вам маленький секретик, что некоторые продавцы предусматривают такой момент. У вас есть вот такой раздел «Любимые магазины», куда попадают все магазины, которые вы туда добавили. Дело в том, что есть такая фишка, не во всех магазинах, я не могу предсказать, в каких конкретно, но если вы удалите какой-то магазин из любимых и потом заново добавите его в любимые, то при таких вот манипуляциях иногда у продавцов предусмотрено, что как только вы добавляете его в любимый, он тут же вам
высылает какой-нибудь очень вкусный сказочный купончик. Допустим, купон на 1 доллар, купон на 2 доллара при покупке в его магазине. Но, опять же, повторяюсь, что это не у всех продавцов так срабатывает, но, в принципе, можете зайти в свои любимые магазины, убрать все ваши любимые магазины и заново их добавить в любимые, и потом вдруг обнаружить, что у вас появился купон от этого магазина, который вы даже не брали. Вот такие чудеса тоже случаются. Собственно, а теперь как же сэкономить до того, как начнется распродажа? Как раз уж тут, вы понимаете, речь о сумках пошла у меня. Зашла я к своему любимому продавцу, у которого я уже покупала вот такую вот желтенькую сумочку, которая уже была у меня в обзоре. Сумка эта меня радует несказанно. До сих пор я ее обожаю и люблю, но мне бы очень хотелось иметь еще и беленькую. Кстати, хочу заметить, что свою первую сумку, даже с купоном там от продавца, я покупала за 2500. 2500 я отдала за свою первую сумку. Сейчас она даже вот без распродажи стоит 2200. И еще и с доставкой из России есть беленькая. То есть, если убрать доставку... Так. То есть, доставка из России можно выбрать только 3 цвета. Доставка 5-10 дней. Замечательно. Я, значит, пошла проверить, что там, чего, каких купонов я уже нахапала от AliExpress, от продавцов. У этого продавца тоже есть, видите, и спецкупон есть. И купоны от продавца есть. Так, ну давай, покажи свои купоны. То есть много-много всякого вкусняцкого здесь есть. Стала я оформлять заказ и ахнула. У меня купон от продавца 2 доллара. Купон от AliExpress почти на 500 рублей. Итого мне эта сумка обошлась в 1713 рублей. Всего лишь навсего. Сумка из натуральной кожи, почти даром. И мне еще кто-то говорил, что где вы видели кожаную сумку за такие деньги? А вот она, за такие деньги. Такая вот замечательная сумка. Я думаю, что тот, кто покупал такую сумку, подтвердит, что сумка просто бомбическая. Поэтому я, ничуть не задумываясь, заказала себе еще одну в белом цвете, да еще и с доставкой из Российской Федерации. Вот такие вот чудеса, девчонки и мальчишки. Так что смотрите, заходите в ваши корзиночки. Внимательно смотрите, какие купончики есть у тех продавцов, где вы чего-то хотите купить. Обратите внимание, что все вот эти вот купоны, которые сейчас раздает продавец, они действуют до 27 марта. И в распродажу они уже действовать не будут. И вот так сказочно сэкономить даже невозможно будет в распродажу. А моя сумочка уже поедет, я думаю, в понедельник. Так как все-таки моя покупка попала на ночь субботы. В воскресенье обычно у всех китайцев выходной. И даже тех, наверное, которые живут в России. Которые там где-то на складах что-то отправляют из Российской Федерации. А вот в понедельник, я думаю, что моя сумочка действительно уже отправится ко мне. Я попросила продавца любезно, чтобы мне отправили не экспресс какой-то там службы, как у него указано, а попросила, написала сообщение, что отправьте, пожалуйста, мне почты России. Потому что, как я уже говорила, я терпеть ненавижу курьерские доставки. Ну, пока что у нас не развито вот это вот курьерские все эти службы. В больших городах, возможно, это как-то удобно. Но тот, кто живет, как я, в селе Кукуево в каком-нибудь... Тот, к сожалению, будет ждать очень долго курьерской доставки. Курьеры чаще всего в такие маленькие населенные пункты ездят в раз в неделю. И еще надо согласовать все вот эти моменты, чтобы встретить этого курьера. Ой, это, в общем, для меня это безумно неудобно. Я уже об этом говорила. В общем, не суть в этом. То есть, если есть возможность... Всегда пишите продавцам, списывайте с ними, просите, отправьте мне там такой-то службы, пожалуйста, отправьте мне просто Почта России.
приду и получу сама, не надо мне никаких курьеров. Многие продавцы соглашаются на это именно потому, что иногда как раз-таки всякие транспортные компании им обходятся гораздо дороже, чем отправка Почты России. Так что имейте тоже вот такие вещи в виду. Собственно, еще раз проверьте все, что вы там хотите купить. Может быть, сейчас до распродажи это гораздо выгоднее купить, чем это будет в распродажу. Плюс, девчонки и мальчишки, не забывайте о том, что курс доллара – штука очень сильно непредсказуемая, и что будет через неделю – неизвестно. Поэтому лично я предпочитаю, как говорится, брать быка за рога, пока есть возможность. Я всегда, как вы знаете, стараюсь все, что мне нужно купить до распродажи, и только уже в распродаже покупаю то, что было невозможно купить до распродажи за какие-то сказочные деньги. Собственно, а на этом сегодня все. Я надеюсь, что я все доходчиво объяснила. Кто недавно на AliExpress, девочки и мальчики, у меня в группе есть видео, как покупать с купонами. Ссылочка на мою группу есть внизу в описании под видео в инфобоксе. Девочки и мальчики, не забывайте, что у меня продолжается конкурс месяца. Поэтому пишем комментарии, ставим лайкусики. Ну и, как обычно, всем желаю удачных покупок, мира и добра. И пока-пока!